я сейчас стараюсь вбирать в себя все, что вокруг. Съездить в Азию, послушать, что там, съездить там в Европу, съездить в Америку, посмотреть, как там, да. У меня есть некий голод, а у ребят уже нет. На пятом курсе, на четвертом курсе. Я бы пожелала больше двигаться, не сидеть, потому что возможностей очень много. Стоит ли просто открыть дверь, выйти из дому, и возможности, они повсюду, они вокруг. Нужно просто хвататься. Я, так как работаю с молодыми ребятами, с молодежью, сталкиваюсь очень часто с тем, что хотят получать, например, высокую зарплату, но при этом не двигаются, не готовы в 6 утра приехать на стадион, на репетицию. То есть достаточно пассивно, наверное. Или, ну, маломобильно, да, то есть их сложно раскачать. Стоит тебе немножко проявить инициативу, сказать: окей, ребят, все, завтра буду, и ты уже внутри чего-то, внутри какого-то события. Просто потому, что ты приехал, встал с дивана и решил этот день посвятить не гаджету, например. Это круто.